Хорошее кино, вкусный попкорн, уютные пуфы и теплые пледы. В конце сентября во дворе молодежного центра должен появиться кинотеатр под открытым небом. Проект победил в губернаторском конкурсе «Вам решать». Сейчас на объекте уже кипит работа. Специалисты готовят фундамент. В ближайшее время возведут и фасадную стену. В связи с этим специалисты молодежного центра решили запустить конкурс «Кинодизайн». Необходимо продумать дизайн фасадной стены нашего будущего кинотеатра, сделать эскиз и отправить нам его на почту. Поскольку это будет очень привлекательным, уютным и эстетически красивым местом, нам бы хотелось, чтобы фасадная главная стена кинотеатра была не с тривиальным граффити, а отражала что-то очень яркое, интересное, необычное. Это может быть 3D-объект, фотозона или лицо знаменитости. В конкурсе могут принять участие все желающие из города и области. Работа победителя украсит стену кинотеатра. Но сам победитель будет награжден ценными призами от молодежного центра на торжественном открытии кинотеатра. Мы очень хотим, чтобы данный проект, данный объект стал точкой привлечения молодежи города и местом для отдыха. Поэтому мы очень ждем интересные идеи. Подробные условия конкурса можно узнать в группе молодежного центра ВКонтакте и на официальном сайте в положении. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.